Кунгурия прозвучит залп легендарного орудия времен Великой Северной экспедиции 18 века. Российские историки, краеведы и исследователи решили повторить путешествие русского Колумба Витуса Беринга и создать новый туристический маршрут от Петербурга до Дальнего Востока, частью которого станет и наш город. Чтобы собрать более точные исторические сведения, создатели проекта совершат автопробег пока лишь по уральской части маршрута. Уже в эту пятницу путешественники, облеченные в костюмы русских офицеров, прибудут в Кунгур. С собой они везут копию пушки, которую уральские мастера изготовили для кораблей экспедиции 280 лет назад с целью передать ее в Каменск-Уральский, где в 18 веке были отлиты подобные пушки для кораблей Северной экспедиции. Достоверно известно, что зимой 1733 года экспедиция Беринга проследовала через Урал. И задержалась она у нас в Кунгуре в ожидании санного пути. Для горожан, я думаю, что это, конечно, будет очень интересно. Во-первых, это история, это география. Ну, скажем, это патриотические чувства наших горожан. Члены экспедиции у нас побывают в Музее истории и купечества, окунутся в ту атмосферу. Значит, они пройдут по нашим улицам. То есть они на сегодняшний день делают наметки этой экспедиции. Вообще к этой экспедиции большой интерес вызывает у Дании. А понимая, что сейчас у нас такая благоприятная международная обстановка, и люди очень много хотят знать о России, я думаю, что это будет очередным плюсом для нашего города. В нашем же городе пройдет презентационный выстрел из пушки. Научные сотрудники проекта в этот день познакомятся с историческим наследием нашего города. А кунгурики смогут проверить свои знания по истории города, став участниками квеста. Сбор любознательных кунгуриков в 11 часов в сквере Губкина. С собой необходимо иметь мобильное устройство с выходом в интернет.